МВД Дагестана напоминает жителям республики об ответственности за нарушение условий самоизоляции. Регион сейчас в режиме повышенной готовности, а это значит, что каждый гражданин может понести административную ответственность за несоблюдение ограничительных мер. Частному лицу может грозить штраф от 1000 до 30 тысяч рублей. Должностные лица от 10 до 50 тысяч рублей. Юридические лица от 100 до 300 тысяч рублей. Уважаемые граждане! В связи с возникшей опасностью заражения коронавирусной инфекцией и введением в республике режима повышенной готовности, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения. Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения. В случае несоблюдения ограничительных мер нарушители понесут административную ответственность в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, вступившим в силу с 1 апреля 2020 года, невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.